Всем хай, дорогие мои друзья, с вами Дмитрий, и мы делаем ежедневные задания в GTA Online. Осталось 4 дня до окончания этой рубрики, надеюсь 4. Ну ладно, давайте сразу перейдем к заданиям, конечно же. Серия заданий бункера. Добыть авиагруз и расслабиться в ванной. Блин, это расслабиться в ванной. На самом деле я думал, что среди всего изобилия заданий, которые могут быть, мне редко будут попадаться одни и те же. Но попадаются. Что ж теперь поделать? Так, давайте-ка я, наверное, сейчас сюда залезу и, ну, искупаюсь немножечко. Так, что вы тут болтаете, а? Мне нужно расслабиться в ванной. Так, все. В ванной мы расслабились. Хотя я бы не назвал это прям ванной. Это больше, наверное, джакузи, чем ванная. Хотя я не знаю, как у них там вообще на самом деле. Так, авиагруз. Авиагруз у нас это надо лететь в ангар, конечно же. На самом деле, ребят, уже сейчас видно, что популярность рубрики данные падает с каждым разом. Правильно все это происходит, что мы подходим к концу, что она будет закрыта все-таки. Потому что, ну, смысл продолжать, всем уже это все надоело, задания все чаще повторяются. Не вижу смысла, так что давайте-ка, наверное, добьем как есть уже, а там уже будет видно. Что еще поснимать на канал? Что у нас по грузу-то? Давайте любой груз, наверное. В смысле? Мэриуэзер может быть армией без страны, но она имеет грузовое, которое мы ищем. В авиаплане. Я надеюсь, у меня автонаводка-то будет на них работать, а то я уж не знаю. Мне главное, чтобы они меня не перехватили. Я-то ладно. Мне оно не попадалось никогда с истребителями-то. Я бы запомнил, на самом деле. О, ребята. Ну, уж тут-то я как-нибудь разберусь. Так, стоять. Я не понял, чё так много? У меня на вас ракет не хватит, ребята. На самом деле. О, а всё? Ну, ладно, всё так всё. Так, я, тебя не надо подбью? Ой! Ни хрена себе. Эй, говно, ты чё делаешь, блядь? Охренеть. На, сука. Чтоб неповадно было. Так, хорошо. Уходим. Лови. Лови, ракета. Фашист. Так, забираем груз. Он на воде, по-моему, да? Почему я его взять не могу? Мне что, надо куда-то на берег, что ли? Блять. Сука. Ну что, я что-то не понял, говно. Кучара. Ну ничего, я с вами со всеми тут разберусь. Еще истребитель появился. Вы что делаете, ребята? Как-нибудь разберемся, я думаю. Так, вызываем транспорт свой. 10 тысяч на кону, блин. Эти 10 тысяч можно получить вообще за какое-нибудь говенное задание Симона. Ну-ка, свалил отсюда. Товарищ. Охренеть, они еще и бесконечны. Давай, опускаемся. Опускайся, блин, что ты делаешь, дебил? Все, добыли мы груз. Осталась нам теперь серия бункер. Я у себя открыл отображение серии заданий бункера. И давай-ка посмотрим, где оно. Вот оно. Доминирование какое-то. Не знаю, что за доминирование. Давайте я это... Не знаю, что за режим. Ребята, вредители, паразиты. Сука. Насекомые. Эй, блядь. Сказочные, сука. А, я для всех типа форму выбираю, да? Злые печеньки. О, у меня еще печенька такое, знаешь, со шрамом. Короче, я так понимаю, это перестрелка. Просто, судя по всему, мы будем стреляться. Я поставил минимальное количество раундов, минимальное количество убийств, чтобы выиграть. Поэтому, ребята, надеюсь, будет все быстро довольно-таки. Нифига себе. Чувак уже туда пошел, да, я так понимаю. Давай. Надо оружие другое найти. Блин, они и с этой, и с той стороны. О, ни хрена себе. У меня тут еще такие звуковые эффекты странные. Офигеть. Нас больше на одного человека, и мы проигрываем. Как так? О-о-о-о.
Эй, походу это, блин, не наша каточка, да? Все, им одного убить, и все, и у них это, выигрыш. Так, что? Под кайфом? В смысле под кайфом? Это что такое? Ладно, давайте быстрее доиграем. О, замедление. О, все, мы проиграли. Причем в сухую. Ну ладно, в принципе, не важно. Ох, ну что ж, выполнили мы день-то? Нет? Да, выполнили день. То есть серия заданий бункер, это не только бункер, это еще может быть и база. Ну да, в принципе, по сути, похожие вещи. Ну что ж, давайте-ка на этом и закончим. Всем спасибо, кто был со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите свои комментарии. А мы увидимся уже в следующий раз. До новых встреч.